Всем привет, вы на канале Коллекция Монет. Так, очередная распаковка на канале. Шло письмо. В письме должна быть одна монета всего лишь. Ну, достаточно интересная. И сейчас я покажу. Так. Что это за монета? Так и есть. Все упаковано тут. Прям не прощупать эту монетку надежно. Вот эта монета. Вверх ногами смотрю. Это греческая юбилейная монета 63-го года. Номинал имеет 30 драхм. Вообще всего две монеты таких подобно номиналам у Греции было. 30 драхм. Серебряные юбилейные монеты. Вот одна из них называется «100 лет пяти королям Греции». Надо почитать, конечно, поподробнее, почему именно сразу с пяти королям. 100 лет. Ну и жду я еще вторую монету 64-го года. Должна прийти сегодня, не завтра, послезавтра. И, в общем-то, с Грецией. С греческой юбилейкой будет тоже покончено. Хорошая монета. Серебряная. Вообще монеты начала 20 века и середины. Серебряные очень мне нравятся. Настоящие произведения искусства. Такая вот монета. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч. Пока.